Оечка, бедный все стоит, воет, хрюкает. Что? Как ты сейчас выл? А то они вдвоем, и этот красота, и багу парень. Первый парень на деревне с кудрявой тёлкой. И этот, вон, видите, голову туда. Которая, вот-вот, которая к нему сейчас морду. Вот это точно гуляла тоже. Стояла так скромненько, задом туда повернется, головку об... Ой, она... Они стоят, тебя тут нервируют, тунит. Ты меня зачем ешь тут? Алтай, ну что тут ешь стоишь? Алтай, Алтай, козлина, да? Ну, козлина такая. Ой, с прической. Ты там в толпе, она уже отгуляла. Ой, как он лезет, никак не достанет. Никак. А этот меня тут тоже стоит, ест. Ой, Тунис, она с радостью, ну видишь? Угу. Они так скромненько становятся. Ой, этот вообще до грудики никак не подлезет. И так. Она нет. Добрался все-таки до нее. Она. Ну все, давайте. Выходим. Нервировать здесь Туниса. Погнали. Сейчас, вот, видите, опять там затор сделал. Сейчас по ушам. На всем мешке они здесь мне все подрали. Так. Ой, скользко, они прям иногда... Ага, хотя сказать, иногда так прям боятся идти, ничего они не боятся. Видите, а я сегодня не спеша иду за ними, потому что знаю, что они назад не выбегут. А почему не выбегут? Не потому, что они такие послушные стали. Нет. Девчонки мои как тупили, так и тупят. Просто там сейчас накидала им овощей. Очисток такие были, а были много. Вон, видите? Вон, и все у нас хорошо. Поэтому никто сейчас... Не... Я это вот, видите, она безрогая. Вот как она стесняется. Раньше бы стояла... Ага. Вот так вот, видишь, какая жизнь. Раньше бы там стояла бы, жрала одна она. Потому что бы всех одевала бы на свои рога. А все бы остальные... Вот, все бы остальные вот так вот, как она сейчас, пытались бы подлезть. А теперь она, видите, стесняется. Вот как меняется характер козы. А хочется, день подлезть-то. Вот, милая моя. Вот как в Библии написано, да? Сейчас в интернете говорится про бумеранг. Модно. Изречение такое. В Библии написано, как вы хотите, чтобы с вами поступали. Так поступайте и вы с ними. Другими словами, как она поступала, так теперь и с ней они все. Ничего не поделаешь. Помылка там стоит, есть, хотя она тоже скромненькая, такая тихая. Никогда ни с кем не дерется, ее толкнут, она убежит. Вот, видите, помылки они разрешают. Белая помылка за Алинской, вон там. Где она? Давай сейчас покажу. Вон, беленькая. Они ей разрешают. Маленькие даже, видите, все... А, влезла. Все-таки, наверное, мама подошла, давай она тут. Ну, давай, я постою хоть, поешь немножко. А эту они прогоняют. Я не скажу, конечно, что они прям помнят все, что... Сколько раз она их пинала, но все равно почему-то именно ее они не пускают. Так, а что он там? Кровь, где рога? Блин, как же тут изуродовано, как же сколько там всего. А, вкусно-то, вкусно-то как.
Вот, пожалуйста, видите, только сейчас возле козла стояли. А вот опять пузатые уже. Возле козла, я имею в виду, отирались. Выпрашивали у него через загородку. Ну вот они с боками. Потому что они уже поели. Вот, ешь, ешь, ладно, не мешай. А ты чего ушла? Ну это тоже такая, она не обжора, вот эта вот коза. Все, ладно, девчонки, я пошла. Хоть облизать это. Смотри на нее. Вот так вот, а раньше как-то зверствовала-то. А теперь я рада хоть что-нибудь. О, сейчас помылку облизнет. Дай, дай, помылку, вернись, дай, ну дай ей хоть так облизать. Дай, 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 дай. Все, отходим. Он так и с людьми в жизни. Поэтому нужно думать, что ты делаешь, как ты поступаешь, как ты к людям относишься. Она высматривает, кто побезопасней. Так, вон рога, видите, какие? Кто побезопасней. От кого ей меньше достанется, чтобы и там, и пролезть. Нет, здесь нет, убегай. Здесь шоколадка что-то явно. Ну, звездуль, ты, как всегда, живот уже наела. Опять тебе можно и вылазить оттуда. Звездулька-то у нас всегда, она и из гулянок так возвращалась летом. Все, ладно, девчонки, рука-то отмерзла, пойду. Пойду. Не буду я ждать, пролезешь ты или нет. Пошла туда, вон куром там чашка стоит. Они, ага, вон там внизу под сеточкой. Вон, 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 вон. Вот так наклоняются морду свою. И что-то пытаются там. Зерно высыпается оттуда. Пошла, сходила, вернулась. Сарай закрыла. Потому что оставила, было тепло когда-то. Оставила дверь на распашку. Муж, а что ты это, сарай-то? Говорю, ну как, у меня зимой вообще-то сараи всегда открыты козам. Я их не балую. А забыла, что куры и лиса же здесь ходят. Лиса здесь может по соседям и днем заходить во дворы. Так что теперь закрываем. Вернулась, закрыла. Девчонки здесь теперь сюда перешли. Там закусили, теперь здесь сенком закусить, да? Ну, пожалуйста, конечно, он тут доска мешает, а так у нее пузень уже. А, ты даже и сейчас туда не идешь. Ты иди, там место освободилось, уже боится. Ну ладно. Наелись? Морда грязные. Да? Зато как вкусно-то было. Целая кормушка, несколько метров. Надо драться, а? Кормушка вон какая. Вон начало. И туда. Нет, надо драться стоять. Прям вообще вы себя некрасиво ведете, девчонки. Так, ну все, свои дела сделала. Накормила, напоила. Вот эта стояла черненькая. Да, ты стояла, Туниса нервировала. Вот она черненькая. А? Я уже даже и не смотрю им под хвосты, кто там что, когда гуляет. Маленькие, я имею в виду. Не домой, а хорошо, что не ушла. Воду-то им поставила. И забыла про нее. А тут сейчас и вода в ведре заледенела, и девчонки мои были бы без воды.
Ага. Олечка, пей, пей. Маленькие пить хотят, да? Ой, 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 ой. Так, все, теперь все. Теперь я пошла. У меня рука отмерзла, ой-ой-ой. Готовлю ужин. Сейчас будем ужинать, готовится ужин, варю спагетти. Будем есть с рулетиком с нашим. Видите, и выглядит вполне даже очень, очень даже. Так, делаю салатик, потому что огурцы, я не знаю, уже дня два они лежат в холодильнике. Это подготовила под спагетти уже. Начало, где конец? Как его так завернули? Не найдешь, где вход, где выход. Так, все, больше ничего. Да, зелени больше. Зелени больше никакой. Я сейчас думаю, сейчас петрушка тут будет. А, вот она и петрушка, остатки. Да. Остатки. Спагетти. И вот, видите, огромные эти палки, да? И у меня кончился майонез. Если бы мне не нужно было никуда их пользовать, я бы просто, естественно, выкинула. Потому что как их красиво не нарежь, ну ты не будешь их грызть, они жесткие, да? Ты их никак на стол не подашь. А вот у меня опять кончился майонез. Так. Все хотят есть сейчас. Простенький. Простенький ужин с мяском. Можно было солененьких огурцов, помидоров. Ну, не знаю, муж купил свежих, значит, будем есть. Со свежими. Я специально не покупала, не готовилась. Готовим из того, что есть. Так. Делаю сразу два, потому что, ну что, это один огурчик. Нам мало, хоть огурцы и здоровые. Ну, есть запах. Немного, конечно, но есть. Дети подходят уже руками. Кто спагетти, кто мясо, кто зелень, кто чего. Голодные просто уже приехали. У меня все по-быстренькому, да? Вы видели? У меня нет такого, что я что-то готовлю. И медленно так, с удовольствием, с рассуждениями. Я все делаю быстро. Тяп-ляп. Ну, не сказать, что тяп-ляп, что мне все равно, что я приготовлю, но просто много всяких других дел. Кладем зеленюшку. Так, ты сразу иди, там мешается. Я, наверное, сюда еще добавлю такого репчатого лука. Где-то я видела, у меня был кусочек. Потому что, ну, не знаю, репчатый лучок обязательно же нужен, правда? Коробочку разогреваю небольшую, потому что еще не все дома. У нас не все дома еще. У нас часто не все дома. Ой, как вкусно пахнет. Делаю вон что. Что? Что здесь написано-то? Мацун армянский.
армянский, ну и у нас есть мацун, да? Мацоне. Некоторые люди делают, это типа кефира. Кто не знает, ну я не знаю, есть такие люди, которые не знают такую штучку. Так. Здесь он, конечно, очень густой. Ну, мой муж так всегда летом делает. Много мацуна, помидоры, огурцы, много зелени. И в жару, когда достаешь это из холодильника, очень освежает. Так, все, наверное, не знаю. Я добавлю пока немножко, потому что не все дети едят, прям, чтобы много его было. А папа потом себе сам, если надо будет, а то, может, и не надо будет. Может, и не добавить, наверное, так поест. Так, летом прям здорово. Отсюда возьму кое-что. Ну, примерно вот так вот выглядит наш ужин. Не всем еще положила, там уже ждут, я поэтому очень быстренько спешу. Ну, вкусненько, да? Все, пойду ребятам отдам. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.